Давайте двинемся дальше. Свои расширения. Тут все очень-очень просто. Есть функция регистр, ext. Соответственно, мы говорим, какой JavaScript, какие CSS нас интересуют, языковой файл, можем сказать, зависимости. Там, допустим, когда мы вызываем свое вот это расширение, нам нужно подгрузить заодно AJAX, POPUP и там local storage в данном случае. Вот, и есть такой ключик skip core, да, при подключении расширения не требуется подключение core. То есть, если вы свое что-то пишете, в принципе, можно использовать. Давайте на примере рассмотрим. Значит, тут пример чуть-чуть сложнее. Покуда грузится, я еще в систему администрирования зайду. Значит, так, файлы и папки. В корне у меня там все лежит. Смотрите, я регистрирую свое расширение. Я говорю, что у меня JavaScript лежит скрипт demo.js. Давайте его откроем, посмотрим. Языковой файл лежит в lang.js.php. Обычный языковой файл, которым там мы любим использовать там в компонентах, да, там в шаблонах. Здесь параметр demo.txt. Да? Соответственно, и у нас есть зависимость от jQuery. Давайте я с этим остановлюсь покуда, да, и закомментирую. Говорим, что мы будем использовать наше расширение. Следующая ситуация. У нас есть некий скрытый блок. Мы вызываем свою функцию, которая у нас описана в скрипт gemma.js. Вот она функция. Она будет делать следующее. Она возьмет параметр, возьмет языковое сообщение, все соединит и alert нам выведет. Давайте посмотрим. Оба-на, demo.txt, это языковое сообщение, hello, это содержание. Теперь хотелось бы показать зависимость от jQuery. Ну, во-первых, вот эта функция, она никогда не сработает, потому что jQuery я отключил. Еще раз напомню, что у меня шаблон пустой, никакого jQuery нету. Давайте изменим страничку. Скажем, что у нас есть зависимость от jQuery. Ядро Bittrex подгрузит нам jQuery автоматически. И сделаем вторую функцию, выберем ее. То есть тест jQuery. Мы передадим туда некий ID-шник. По этому ID-шнику мы его выведем и его содержание выведем. Сохраняем. Вот ID-шник и click.me. Click.me. Вот эта функция. Посмотрите, что у нас получилось. Мы взяли по ID-шнику демо содержание. Теперь давайте по ID-шнику hide-блок подставим. Да? Отлично. Содержание hide-блок. Теперь давайте посмотрим, что с jQuery получилось. На самом деле он подключился. Это jQuery. Секунду. В kernel. Плохо видно. Давайте я отключу объединение скриптов. Так, так, так. Ага. Вот. jQuery, минимальная версия, сжатый, нам подключается. Не буду я отключать. То есть, вы, в принципе, для работы с модульными расширениями можете пользоваться jQuery, который подходит в ядре Bittrex. И, в принципе, тем самым стандартизировать работу с jQuery, своих модулях и своих решениях. На этом все. Благодарен вам за то, что вы уделили внимание. И надеюсь, что данный материал вам поможет там в дальнейшей вашей работе. Спасибо большое.